мы сюда приходим после делать. Школы и да. Всегда с друзьями. Бывает, мы идем домой одеваться, приходим сюда огромная и играемся. С тех пор, как в Тимишпекском появилась детская площадка, малыши просто обожают здесь играть. Говорят, качели-бублик самые интересные, но и другие горки тоже крутые. Довольные взрослые. Пока дочери и сыновья бегают и веселятся, родители могут заняться домашними делами. Или позаниматься на тренажерах, что установили по соседству. Люди пока не до конца привыкли к мысли, что поселок начал развиваться. Долгие годы они видели лишь ветхие дома, старые деревья и отсутствие перспектив. Я живу здесь с рождения, и так же, как и мои родители, и дедушки, и бабушки. То есть, как бы я коренной житель данного поселка. И изменения, конечно, произошедшие за последние 3 года, очень видны. Поселок стал красивее, более красочнее, так скажем. Нам это очень приятно. А это другой поселок, Присадовый. Население здесь меньше 1000 человек. Несколько улиц, пара-тройка сотен домов, вот и все примечательные местные объекты. Так было еще пару лет назад. Но теперь появилось место, где можно погулять и провести досуг. Юлия, недавняя студентка, после учебы без колебаний вернулась туда, где родилась и выросла. И Новая аллея теперь ее любимое место. Раньше на этом месте был пустырь, но теперь появилась такая красивая аллея. На этой аллее можно пройтись с коляской, с детьми, погулять, посидеть вечером на лавочке. Бывший Новоалександровский район уже 2 года живет с новым статусом, как городской округ. С тех пор чиновников стало меньше, а денег в бюджете больше. Только по программе поддержки местных инициатив в режиме района за год получалось создать 8 объектов за 19 миллионов рублей, а после создания городского округа уже 15 объектов за 45 миллионов. При этом все сельские льготы для жителей сохранились, и город стал развиваться быстрее. Например, появился литературный парк со скамейками, арт-объектами и цитатами великих русских писателей. За счет сокращения аппарата у нас высвободились денежные средства, которые позволяют нам принимать участие в краевых, федеральных программах. Это софинансирование, потому что все программы именно это предусматривают. Также саккумулированы все самые профессиональные кадры, которые организованно, профессионально подготавливают и конкурсную документацию, проводят сами аукционы. Такие же тенденции и в других территориях, что стали городскими округами. Например, в Советском городском округе в следующем году появится 5 новых объектов, а в Минераловодском сразу 8. Людям стало проще получить государственные и муниципальные услуги. Теперь такие же возможности доступны и в других территориях, где нет городов. Депутаты Думы региона приняли поправки в краевой устав и ввели понятие «муниципальный округ». Внесение изменений в устав дает нам сегодня возможность оптимизировать органы муниципального управления. Что за этим собой повлечет? Ну, во-первых, конечно же, высвобождение времени у самих граждан. Это основная цель. Взаимоотношения с властью, они должны быть качественные, но при всем при этом довольно-таки очень кратковременные. Но решение депутатов не означает, что реформы начнутся автоматически. В каждом конкретном районе местные власти сами будут решать, как им лучше организовать свою структуру. Муниципальный бюджет – это порой такие своеобразные качели. Сложно соблюсти баланс интересов, особенно когда с одной стороны маленький поселок, а с другой – крупный город. Естественно, он может перевесить. Но если есть единая территория и единый ресурс, то неподъемных проблем уже не остается. Правда, детишки? И любую территорию можно поднять на новую высоту. Леонид Нечепуренко, Владимир Ходырев, Ставропольское телевидение.